Всех тех, благодаря кому ежедневно в дома сочинцев поступает электроэнергия, со сцены поздравляли артисты Александр и Валерий Пономаренко. Пожелания и слова благодарности за качественный труд и высокую степень ответственности в адрес сотрудников сочинского филиала «Кубанинерго» звучали от руководителя сочинских электрических сетей. Каждый из специалистов, будь то электромонтер, диспетчер, инженер, внес большой вклад в создание той инфраструктуры, которая нужна для курорта с мировым именем. Особо отличившиеся специалисты были удостоены почетной олимпийской медали, а также награждены грамотами и благодарственными письмами от Министерства энергетики России. Лучших работников также отметила городская администрация. У нас прошли олимпийские игры, сбоев не было. И сейчас практически сбоев не бывает никогда в подаче электрической энергии. Да, перебои бывают, но они быстро ликвидируются, быстро аварии устраняются. И на сегодняшний день я вот должен сказать, поблагодарить еще раз наших электроэнергетиков за ту работу, которую они делают сегодня.